Павловния Паутонг Z07 супергибрид появилась в процессе скрещивания трех видов – Томинтоза, Форчуной и Каваками. Это самый популярный и любимый в Японии вид павловнии за его быстрый рост и высокое качество древесины. Очень мощные, с превосходной скоростью роста, адаптируются под перепады температур окружающей среды и почвы. Работы над выведением различных видов павловнии велись в Китае, начиная с 1970 года. Проводились методом скрещивания и посадки в экстремальные условия. В результате этой работы получилось более 22 сортов павловнии, которые подходят для промышленных посадок и производства качественной древесины. Каждый из этих сортов по качеству выше дикой павловнии, ввиду быстрого роста и, следовательно, высокого КПД древесины и биомассы. Одним из этих сортов является павловня Паутонг Z07. Благодаря своим качествам этот сорт постепенно вытесняет все остальные сорта в промышленном производстве и становится одним из ведущих сортов павловни, который культивируется в Японии и Китае. Павловня Паутонг Z07 действительно имеет превосходные качества, и это делает ее лидером в промышленной индустрии. Павловня Паутонг Z07 растет очень быстро, сверхбыстрая. Наиболее устойчива к болезням, жаре, засухе и холоду, до минус 33 градусов по Цельсию. Самый морозоустойчивый из всех сортов. Идеально подходит для плантации Европы и стран СНГ, в частности, где имеются сильный перепад температур и крепкие морозы. На второй год после посадки достигает 6-8 метров, что позволяет получить высокий, ровный, без сучков ствол высшего качества. В Японии и США были проведены исследования на протяжении 7 лет, которые сравнили скорость роста павловнии Паутонг Z07 и разнообразными видами старого поколения в условиях засухи. Было установлено, что средний объем павловнии Паутонг Z07 больше других более чем на 60%, и диаметр после 7 лет достигает 40 см. Большая скорость роста павловнии Паутонг Z07 более заметна в первые 3 года после технического среза, и в настоящее время это основной аргумент для выращивания ее в Японии. Быстрый рост павловнии снижает время сбора, а это увеличивает производство древесины. Павловня Паутонг Z07 – самый устойчивый и сильный гибрид, который противостоит микробам и паразитам, имеет прямой, высокий и плотный ствол. В зависимости от типа почвы, высота растений достигает от 6 до 10 метров, а диаметр на высоте груди от 4,1 см до 12 см в первый год после обрезки или 15-18 месяцев выращивания. Индивидуальный объем павловни Паутонг Z07 7 лет составляет от 42% до 96% больше, чем у других сортов, что составляет около 0,36 до 0,62 метров кубических. Были проведены исследования над павловней Паутонг Z07, которые были посажены вдоль реки Вэйхэ, Вэйнань, Китай. В течение 360 дней растения росли, как правило, в условиях сухого и жаркого лета, без капли воды, в течение более 2 месяцев. Причем температура самая высокая, летом плюс 42 градуса и зимой минус 33. Исследования показали высокую устойчивость Паутонг Z07 как при высоких температурах, так и при низких температурах. Одной из особенностей павловни Паутонг Z07 – это экономия пространства за счет своей узкой кроны. Это означает, что посадка займет на 40% меньше места, чем при посадке других сортов. Паутонг Z07 гарантирует превосходное качество древесины, которое характерно отличается от других сортов. На сегодняшний день реализованы успешные проекты в США, Китае, Японии и Европе, а также в Болгарии, Словении, Словакии, Украине, Румынии, Венгрии, Испании и других странах. Павловня Паутонг Z07 развивается успешно в любом регионе, независимо от климата или типа почвы. Это важное адаптивное качество данного вида позволяет экономить ресурсы, рабочую силу, повышает урожайность и увеличивает рентабельность инвестиций в сельское хозяйство.